Всем привет! Вы смотрите инста-новости своего ТВ. Полетели! Сегодня Всемирный день бортпроводника. Поздравляем всех людей этой романтичной и сложной профессии. Но особо поздравляем Басика. Это единственный в мире четвероногий бортпроводник из воздушной гавани Минеральных Вод. Он встречает и провожает все рейсы, не боится самолетов и однажды даже слетал в Москву и обратно. Басика очень любят коллеги люди. Есть даже примета. Если кот поднялся на борт, полет пройдет хорошо. Кот, который смог. Кокоду. Лает и охраняет дом. Видео, на котором попугай себя ведет именно так, опубликовал один из жителей ЮАР. Попугай живет в его семье почти 19 лет. Охранять дом у птицы получается просто отлично. При виде лающего попугая в компании собак сбежит любой злоумышленник. Другие источники сообщают, что жители некоторых соседних домов после встречи с умной птицей бросили пить. Пацаны вообще ребята! Творческий коллектив показал, как правильно танцевать бразильскую самбу. Зажигали под звездным небом на Александровской площади краевого центра. Уличные танцы, которые мы заслужили. Умеете, могете. Хотим еще. Новую модель пепелаца перевозили по трассе Кавказ и уронили ее на въезде в Невинномысск. Мы думаем, что дело было так. Тормози! Я могу затормозить, когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш. Плохо летающий объект с дороги убрали, а глава Невинномысска в инстаграме обратился ко всем чатланам и подсакам с просьбой соблюдать осторожность, а иначе ку. Берегите себя, оставайтесь со своим, пока.